Ставь лайк за 3 секунды, если хотя бы раз в день ты заходишь на YouTube. Здорово, ребята! С вами Димка, Юрка, Даник, GTA 5 мы, а это ваша любимая офигенная рубрика под названием «Битва автогонщиков». Всем добрейшего, друзья! Всем доброго! Ну что ж, народ, мы вернулись вновь сюда, в палето, к бабушке с дедушкой, и прямо здесь будем прятать друг от друга по 8 тачек. На все про все у нас будет 5 минут. Если кто-то опоздает, тому придется тачки раскидывать вообще на изях, а значит, мы быстренько их найдем. Ну а после, за 15 минут попытаемся все эти машины мы обнаружить. Ну и, конечно же, ребята, найти, забрать и конвертировать все найденные тачки в баллы. Чем больше баллов мы соберем, тем больше шансов на победу в шоу. И ведь после нас будет ожидать еще парочку испытаний, где мы тоже заработаем баллы на найденных машинах. Ставьте обязательно лайк, наберем 3000, выйдет новая серия. Ну а также не забывайте, конечно же, подписываться на канал. А наберем 5000, выйдет серия впятером. И, ребята, давайте-ка проведем маленький челлендж, попробуем набрать на этом ролике 1000 комментариев. Пишите все подряд, точки, запятые, без разницы, я вам тоже в этом помогу. Ну а мы погнали прятать машины, гоу-гоу-гоу. Давай. Ну а прямо сейчас, ребята, мы отключили блипсы, и я буду спавнить рандомные случайные машины и спрячу их, конечно же, для Юры с Даней. Но при этом я покрашу их в золотой цвет, чтобы уж точно, как говорится, ребята понервничали. А весь прикол в том, что рандомные машины могут быть разные, даже байки, самолеты и так далее. Еще одну машину я решил спрятать прямо внутри вот этого здания. Что это? Во-первых, это Бентли огромнейшая. Во-вторых, мы ее тоже, ребята, добавляем в базу, фризим и красим золотой цвет. Ну, поставим ее вот так вот, чтобы ее было видно, но вот только жалко, что она не красится в золотой цвет. Еще одну машину я прямо сейчас помню. Это какая-то BMW прикольненькая, четверочка 20-го года. И тоже красим ее в золотой. Ну, а спрятали мы ее вот сюда, приклеив, да, ребята, опять-таки ее не видно, пока не заедешь в эту нычку. Еще одну машину мы будем спавнить примерно в этом месте, и да, мы используем только аддоны, и мне спавнится байк. Ребята, это подарок. Мы его просто оставим вот здесь. Да, чисто вот так вот возле дома, припаркованный, на внимательность. Очередная машина, и это вот такой вот прикольный буханыч. Ребят, я предлагаю его, знаете, покрасить просто в обычный какой-то стандартный цвет. Вот так вот, да? И просто припарковать его прямо к гаражу. Слушай, я думаю, что сегодня будем прям по-жесткому троллить, ребят. Да, и мать она незаметная, даже не поймет, что это Мерседес. Ведь шильдик-то непонятный. Очередную машину мы прямо сейчас, ребята, спавним и смотрим. Опа, какой-то прикольный тягач. И у меня тоже есть коварный план. Давайте-ка пока будем ехать, мы сразу его красим. Опять-таки, ребят, давайте-ка покрасим его в какой-нибудь черный. Да, и просто поставим вот в этом месте. Ну вот просто, или даже нет, ребят, вот тут мы его поставим, вот так вот, да, все, идеально. Ребят, чисто реально, сегодня будет просто лютейшая тролль-серия. Он опять-таки, он аддоновский, но мало кто об этом знает. Еще одну тачку мы будем прятать в этом месте, это Джексон Шторм, что? Но в этот раз мы его красим золотой, и, ребята, прямо сейчас попробуем закинуть его на крышу. Ну вот как-то так и никак иначе, ребята, будет он стоять в этом месте. Ну и в заключении последнюю тачку мы прячем. Это какая-то... Что это вообще такое? Непонятная SVX какая-то Honda. Ребят, я даже, знаете, что думаю? Я даже думаю ее куда-нибудь вот сюда поставить. Чисто, да, так вот уж на... внимательность, даже я придумал. Она просто будет стоять вот в этом месте. Да, ребята, она просто будет стоять вот в этом месте, чисто вот в таком вот невзрачном цвете. Отлично! Это была моя последняя машина. Отправляемся к ребятам и будем смотреть, что же они приготовили. Ну что, ребята, мы справились с задачей и спрятали все машины, поэтому время я запускаю на секундомере. Пошло, полетели искать тачки. Так, тут у нас пусто. Ага. Ага. Что-то зеленое вижу, прошло. Что? Я в полицейском участке нашел Полистар. Да ладно. А, ты нашел ламбу, да? Что-то ты, Даник, вообще легкие тачки поставил нам. Ну, это пока, да. Есть одни прикольчики. Я не знаю, как ты не заметил, но я заметил вторую. Я говорю, есть прикольчики какие-то. Как ты не... Какую ты вторую нашел? Подожди. Я просто сразу решил... Прямо на выезде под козырьком было. Две тачки, короче, в одном месте. Серьезно? Не, я просто туда даже не смотрел, я решил сразу посмотреть, не знаю кто. Я сразу решил посмотреть просто... Да я нашел! Что? Ебать, хер, в тире нашел хер. Я нашел.
Идеально. Я, короче, решил сразу посмотреть участок, потому что обычно туда ставят, но очень редко. Если, ну, провафлинить, то можно не найти. Я красный нашел. Красную, да? Так, это что получается? У нас, Юра, по две, у тебя одна. Ну, а мы едем дальше, УАЗик. Ребята. УАЗик неплохо. Антигелик. УАЗик-то неплохо. Так, ладно, я, ребята, антигелик. Хочу, знаете, я хочу сюда все 8 тачек наш. Он хан, я нашел что-то золотое или цвета говна, непонятно, короче. Что-то нашел? А бэху в моей нычке. А, ну да, 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 было дело, я туда ее поставил. Это моя машина, ты прав. Ты прав, прав, прав. Короче, я хочу найти все 8 тачек, ребят, сегодня. И как минимум украсть парочку тачек ваших. Поэтому... Да, дач. Да. Поэтому надо быть максимально внимательным, ребята. И максимально все четко смотреть. Так, а вы пока в комментариях подсказывайте в случае того, если я вдруг буду кого-то что-то пропускать. Это очень важно. Это очень важно, 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 важно. Есть одна машина, которую надо заметить, к одной чисто приехать. Да ты обычно, я знаю, жестишь просто по-лютому, то есть вообще в нычки такие жесткие ставишь, ну или как минимум не в нычки, а в всякие, во всякие, во всякие, во всякие. О, нашел что-то черное. Че это такое вообще? А, кто черное ставил суетолога? Мое. Понял. Под всякую землю я вот не договорил, да, не буду ставить. В-класс, который чисто стоял у гаража. Бля, ну это мой, да, это мой. Люто, люто, вот люто, это получается две тачки у Даника. У нас с тобою, Юра, по три. Я тоже неплохо. Нашел. Неплохо. Тоже нашел? Понимаю, поздравляю. Да, да, окей. Mm-hmm. Так, ладно, ребята, время пока идет, время-то прошло 2:40, а мы нашли неплохо так-то машин. Осталось 6, это сколько? Да еб-то езжай ты, говна, кусок. Это вроде бы еще 20, ой. Да ебать, что ты творишь? 15 вроде тачек нам осталось. У меня нычки сегодня интересные. Будете поднять. Нычки интересные, говоришь? Ладно, хорошо. Подниками будете. Хорошо, хорошо. Ищем, 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 ищем. А у тебя один прикольчик или 10 прикольчиков? Ну, может быть, 2. Может быть, несколько. Так, тут пусто. Понял, принял. Да, заезжай ты уже. Ну, один точно есть. Один есть. Окей. Ладно, ребят, на самом деле я начинаю напрягаться, потому что тачек-то становится все меньше и меньше, а обычных нычек тоже. Так, тут пусто. По факту. Тут пусто, 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 пусто. Ладно, едем дальше, ребята. Едем пусто, дальше, ищем пусто, больше. Пусто, пусто, тыка, пусто. Угу. А Ниву никто не ставил, надеюсь? Нет. Кто знает. Ну ты серьезно говори просто. О, зеленый нашел еще одну. На банке. На банке? Да, просто. Ладно, это тоже неплохо. Это какая-то. Что ты говоришь? Он крякает или мне показалось? Я не понимаю, на каком-то еврейском, эльфийском он разговаривает с нами. Я пока, ну. Я, знаешь, не обучил такой еще язык. Блин, ну тут тоже кто-то уже забрал тачку, я просто не успел приехать сюда. Обидно, обидно, обидно. Так, стоп, я знаю, что вот туда ставят. И там пусто. Тоже обидно, ладно, а едем дальше, ребята, ищем следующую тачку. Да подожди, сейчас мы все остальные поищем, а потом уже твои будем забирать. Но я одну только твою нашел. Это неправильный расклад событий. Честно сказать. А не знаю. Стоп, это индикатор красный какой-то горит. Я думал, это тачка красная на крыше. Да, такое. Такое. Так, Юра говорит, что он жестко высоко ставил, да? Высоко сижу, далеко гляжу. Ну, я интересный нычек себе не использую. Так, тут тоже пустенько. Ой, я еще зеленый нашел, отлично. Да как ты их ищешь, я не понимаю. Ты подсматривал, что ли, за Даником? Нет. Кого ты нашел? А, это гелик, в который, кстати, телепортнуться нельзя. А это что, получается, все тачки Даника уже найдены? Не знаю, сейчас посчитаю. Посчитай. Так, ладно, я пока только 4 нашел, и это меня немного напрягает. Самое интересное, что я тачки вообще от балды прятал. Просто старался прятать. А Рам прятал кто-то, вопрос? Рам? Кого? Рам. Какой Рам? Додж Рам? Да. Ну, если Додж Рам, я нашел Тойоту какую-то на парковке стоит. Это стопудово аддон. Просто стоял там. А, да, я прятал. Моя тачка. Опять так и стоял. Заметил Тойоту. А чью я-то? А, красная, да, Юрчика, Тойота. Тойоту мы заметили, да, ребята. Это моя, по-моему, 5-я машина уже. Я не знаю, какая машина. Я знаю, что вы фуфлы, потому что вот две тачки в одном месте стояло. Это где? Это где?
Это как какие мы поставили? Нет, где я видел? Где я видел? Ты какую нашел, да. Зеленую или какую? Там, где стоял, короче, зеленый гелик, а рядом в скворечнике желтая Бентли была. Буквально в 3 метрах друг от друга. Это моя, да, моя. Да. Блин, обидно. Я зеленый гелик не видел, честно признаться. Слушай, но с другой стороны, 1, 2, 3, 4, 5, это 6 у Юры. А у земли, кстати, хреново было видно, я тоже этого нашел. 4 у меня? Стоп, у тебя 7 уже? У Даника получается 3, у меня 4. Ты как-то жестишь, Юра. 6 минут позади. Нормально. Жестишь. Ладно, поехали дальше. Ребят, комментарии подсказывайте, потому что, видите, вот гелик я не заметил, к сожалению. Хотя, казалось бы, я там был. Ну, гелик вообще здесь стоял. А я там был. Ну, его был, заметить был. Просто надо было. Ну, я его заметил с горы, я не с земли. Не, ну, я не скажу, что я прям... Чуть-чуть. Что я прям не смотрю по нычкам всяким интересным. Ты нашел гелик, который был в это... закрытый? Пусто. Ну, который он закрыт был, типа... Нет, тогда не подсказывай, он сейчас еще найдет какие-нибудь машины, а у него уже и так 7. Поэтому я и говорю. А, у него уже и так и 7. Высоко сижу, далеко тут... гляжу, ниха не вижу. Тут пустенько, так, там пустенько. Тут тоже пустенько. Найдете вы одну мою? Напрягает меня эта обстановочка, напрягает. А обстановка по кайфу. Чё ты окаешь-то? Нашёл что-то? Зашибись. Кому? Обстановка по кайфу, говорит, все дела. Что происходит? Я не знаю. Ничего. Поиски? Поиски? Нашел золотой хеллхэт. Везет тебе, везет. Я пока только 4 нашел. Да, я еще такой выехал, такой, в упор стою, смотрю на него и понять не могу, что это машина. Везет. Да, пока что прям люто как-то Юра у нас... стартует и сегодня. И что надо, лошара? На прям нах. Люто. Ладно, мы ищем дальше, ребята, мы ищем следующие нычки, тачки, пожалуйста, давай, мне, надо конечно, догонять. Увидеть байкера надо в догонять. Армейском шлеме, это, конечно, прикольно. Надо догонять. О, что-то красное. Подожди, ты мою нычку, что ли, использовал? В гаражике. Бентли нашел. Неплохо. Что? Бентли, в гаражике. Где щелка только? Спасибо. Где только щелка есть. Так, ладно, меня немного, конечно, напрягает тот факт, что у меня только 5, а времени становится все меньше. Но надо искать, ребята, надо торопиться. Я вроде, блин, проезжаю, нихера не вижу, на самом деле. Тебе повезло то, что ты изичные, да, Ника, тачки понаходил? Что я так не посмотрел, он особо-то жестко не спрятал, хотя времени потратил ого-го, как много. По факту. На все, про все. Позже всех закончил и хуже всех спрятал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, да. Блин, такое, 7-8. Да, мы все Даника нашли. Так, а что, мне осталось тогда, получается, твои искать? Да все твои нашли. Я же говорю, ты их прятал 20 минут, а по итогу мы их нашли. Ах ты фуфл, ну, не 20 ты минут, вонючий. А я байк золотой дошел. Если бы он не был золотой, я бы внимания не обратил. Ах ты туфлин, я прям на него выехал. Вот реально, если бы не был золотым, я бы внимания не обратил. Да ладно тебе, блин, повезло. Обидно. Я на байк ставки ставил. Без палева возле домика, блин. У меня ламба осталась. Найдем твою ламбу тоже, значит, мы. Так, подожди, ой, меня на самом что? Деле... Я тут нихера не нашел. А что вообще по тачкам осталось, Даник? Посчитай, сколько всего. Пусто. Запряг молодого. А видишь? Банки что-нибудь, кто-то что-то ставил? Банку рассол оставил банк. О, что это красное? Ха-ха! Нашел еще что-то. Это драгстер какой-то прикольненько. В контейнере стоял красный. Драгстер. Драгстер это, конечно, хорошо. Это моя 6-я машина. Но у Юры прям все слишком жирненько. 9 тачек нашел. Ну, 8 тачек, 1 байк. Но 9 баллов он получает. Я пока только 6. Будет еще и вкусненько, жирненько. А, кто-то на шашлычки собирается? Да блин, уже неделю собираемся. Лет как с ведра заебум было. Понимаю. Так, ладно. Так, нужны байки. Даник, чё стоишь? Я байки создал. Я его задачил, вижу. А цифры тогда где? Цифры не знаю. Может, она пальцем. Байки-то считал, а цифров то не сказал. Так, ладно, тут может, пусто. Может, он на пальцах херачит. Такое. Даник, сколько тачек осталось?
Я не знаю, я не считал. А что ты стоял? Ты через F9 смотрел, что ли, да? Нет, нет. Спалился. Спалился. Так, ладно, тут пусто. Остается буквально, ребята, 5 минут, даже меньше уже. А, тачки надо найти, тачки надо найти. Так, тут пусто. Там пусто. Ничего нет. Вот и я тем же вопросом задаюсь уже, который раз подряд. Давай, да давай, 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 фастом, 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 фастом. Фастом, 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 фастом. У Семилити интересная. Мы про нее никогда не видели, не знали. Думаешь? Угу. Можно проеду, спасибо. Ну раз вы ее еще не нашли, значит, да. Ай-я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 й-
Клетку посадили, Даник. Так, тут тоже пока ничего нет, я вообще не понимаю. Подожди, ну может тут где-то что-то кто-то что-то поставил? Но я могу сказать одно, вы невнимательные пипец. Я окраину вроде все смотрел. Ты думаешь, вы мимо одной тачки проехали уже 300 миллионов раз. Блин, тихо, тихо. Засейвится. Ага, засейвится. Так, тут есть что-то? А тут есть что-то? Вау, что? Подожди-ка. Стоять. Да, тут была тачка. Я чисто пиксели увидел на балконе. Думаю, чего? И там была тачка. Так, это моя седьмая уже получается, что у Юры 9, надо догонять по времени, прям вообще крапаль-крапаль, 3 минутки остается. А я вообще что-то не могу из тачек? У меня проблемы с файлом. В смысле у тебя проблемы с файлом? У меня он вышел в оконный режим и сейчас никак не реагирует. Альт-энтер. Ну, идеально. Идеально, минус один. Так, тихо-тихо-тихо, аккуратно. Ауч, чуть не взорвал. А мою, так, мой Авентадор нашли, не? Раз, два, три, четыре, пять, Авентадор, шесть. Я не находил вроде. Юркиных, шесть Юркиных мы, получается, нашли. Две Юркиных осталось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Одну зеленую можем найти. Раз, два, три. Моих только нашли. А, нет, четыре, пять. И три моих можно найти. Короче, тачек еще достаточно. Вопрос, а что, где, а стоит-то? А где стоит-то? А тут-то пусто. Хороший вопрос. И тут-то тоже пусто. Так, Юра говорит, что мы невнимательны. Мы где-то тысячу раз уже проезжали мимо его машин, но не нашли ничего. Мне больше всего интересно, какого хера твоих мы не нашли, аж целых три. И как мы не нашли Данину тачку последнюю, я тоже не понимаю. Ну она интересная, я говорю. Так, тут пусто. Интересно, это, конечно, хорошо, но плохо, что она стоит. Ее надо найти. И надо забрать свою копилочку-то. Так, и там пусто. Но я не понимаю. Я вроде везде уже был. И значит, я что-то просто не обнаружил, либо просто внимательно не посмотрел. Байк никто не ставил? Ой, байк, велик чисто. Велик. Байк-то я ставил. Велик. Ау. Спина. Чего смотреть? Куда смотреть? Отвлекай. Правильно, работай. Капец. Очень полезная информация, сколько их нет. Минута остается, ребята. Минута последняя. Минута осталась, да. И я прямо не понимаю, где. Да и тут тоже пусто. Куда ты мог заныкать еще три тачки, это же? Я, казалось бы, такие лютые нычки б твои понаходил, а не все тачки-то забрал. То есть тачек еще достаточно, как ты говоришь. Ну я хз. Ребят, вы в комментариях, если что, пишите, потому что, ну, тут явно где-то что-то, какая-то тупая нычка, скорее всего, просто простенько где-то стоит, как он обычно вот делает, обычно, да-да-да. Да, возможно. Потому что я не вижу. Настолько простенько, что вы охереете. Бля, где золотые? Мне вот это больше всего интересно. Блин, тут тоже пусто. Да капец. Короче, мне остается буквально тут проверить вот эту вот нычку. Если тут пусто, то все. Я хз, где еще могла быть твоя машина? Да, все, что, время вышло, я предлагаю тогда заканчивать, ребята. Тачек много, которые мы не нашли. Мы сейчас их быстренько посмотрим. Так, на Даника прыгаю. А, ёпта, на дереве.
Чего? А что зеленое? А, ну, а ну, на дереве! Видно. Так-то видно. Блин, это вообще попадосина. Ну, сюда никогда в жизни никто не стал на это дерево, поэтому да, как бы прикольненькая нычка. Так, окей, Юр, показывай свои. У меня вообще гениальная нычка максимально, но есть одно но. Короче, прыгните на меня. И чё? На втором этаже за решеткой, видите? Ах ты фуфел! А самое тупое, знаешь что? Иди с другой стороны дома посмотри. И чё? Прям в дырочку. Да ладно, я же прыгал в Нарнию, ну только с вот этой стороны, по-моему. Я реально прыгал в Нарнию вот с этой стороны и смотрел, я... Да, отсюда ее не видно. Блин, это вообще обида-то как! Если бы я с этой стороны заехал, я бы увидел ее. Да-да-да. Ну и последняя рабочая нычка всегда работает у меня. А ну-ка. Да, иди ты находись, дядя, блин, я тут... А я тут не проезжал, да, я тут не проезжал. Я отвлек его крузаком этим. Да? Да-да-да, точно. Так, ладно, чё, показывай свои нычки, которые вы не нашли. Так, это вы нашли? Первая машина, которую вы не нашли, находится вот здесь. Это, не знаю даже, как вы не справились с данной задачей. В принципе, изично она стоит. Да вот, на крыше, то посмотри, вот на крыше. Вот здесь, да, смотри, как бы вообще не сложно абсолютно. Так, тут вы нашли. Да, она там чего? Всю дорогу стояла. Я вот здесь по крыше ездил, не было точно. Она всю дорогу там стояла, я тебе говорю, тут как бы ничего такого. Так, ага, это вы тоже нашли. Ну вот еще одна, тупо изично стоит. Я таких три машины поставил, две из них нашел Даника, а вот этого почему-то не где? Нашли. Да вот на полукрасное, полукрасно-белое даже. У нее написано вот снизу Subaru SVX. Просто нет, ладно. А, и последний у меня был байк, поэтому две моих не нашли, я что-то на него не обратил внимания. Да, я на самом деле прятал и белый, и черный, и красный. Ну, я просто их из рандома доставал, поэтому не красил. Чего выпадало, то и ставил порой. А тогда я прятал более-менее золотые. Ладно, ребята, на этом мы закончили наши поиски. Прямо сейчас пройдем одно испытание, погнали. Давай. Ребята, нас дерби до двух побед. Давайте-ка починим тачку. Да, кто, соответственно, остается на платформе из трех, получает балл. Играем до двух побед. Полетели. Желаю каждому удачки. Удачки я желаю каждому из вас. Ты кому? Ко мне, к нему? А меня-то за что? А чё ты не нажал-то? Я с тобой подели... Блядь! О, красавцы-то как! Главное выбрать правильно жертву. Главное правильно выбрать жертву. Я балл зарабатываю, ребята. Отлично, полетели. Следующий раунд. Погнали, желаю удачки. Радуешься, ног. Ема, повезло, повезло, повезло просто. Повезло. Ну, вот допустим. Вот. Ну, допустим. Окей, по баллу у нас с Юрой. Последний раунд, наверное. Полетели. Так, ладно, мне надо Юру просто минусануть. Бутерброд, бутерброд, бутерброд. Димка будет колбасой. И мать, да ты просто лютый. У тебя зацеп просто лютый. Либо пинга была, либо непонятно, что это было, как минимум. Ладно, окей, баллы-то мы, ребят, записали. Вот такая прикольненькая серия. Да, вы посмотрели, ставьте лайки, удачи. Пока-пока. Держит удар. Пока, народ. Пока.